Сегодня я буду играть в Brookhaven, но только разными работами. Короче, буква Б. Сразу Brookhaven. А это что, у тебя так? Я бомж, мама. Вот так само. Короче, какая-то ерунда. Давайте Brookhaven РП. Сегодня я... А где я? Нормально, конечно. А если я на каком-то неправильном... Что это? Это вообще не Brookhaven. А, 543. Давайте. Brookhaven. Я еще не играю, а вы уже 2 часа это все смотрите. Круто. Вот, 668 тысяч пользователей сейчас. Это нормально. Это маловато для Brookhaven. Давай, крутись. А не помню, кто у нее был первый. Все, давай уже играйся. Скинчик. А как скинчик сделать? А как прибавить рост? Ну, ладно, побуду мелкой козой. Нет, я хочу быть нормальным. Так что происходит? Лагает. Короче, сейчас все должно отлагаться. Буду играть, все отлагается. Давайте. Сегодня я хочу быть полицейским. А как быть полицейским? Ой, чё, я полиция. Полицейская говно. Ой, не-не-не, я имею в виду, я полицейский. Так, что мне нужно? Мне нужен... Нет, мне не нужен дробаш. Мне нужен пистолет и дробаш. И вот это. Все, теперь я могу делать свой скин. Сейчас я буду полицейский. Короче, все, ребята, скин готов. Ну так, себе, короче, все, идем, не знаю куда и не знаю зачем. Так, нам нужна полицейская машина. Нам нужна полицейская машина для того, чтобы ловить преступников. Ой, нет, нет, вот сюда. Я говорю... Все, давайте едем. Будем сегодня от первого лица все делать. Давайте. Узнаем, что здесь творится, и всех арестуем. Регина, топ. Короче, все, выходим. Выходим, берем дробаш и. Ты кто? Дай, дай, открой. Открой, это полиция! А, это читер, видите? Паук без... Это читер, ребят. А это читерша, потому что так ники не показываются. А как? Эти 14 лет, открой! Открой! Открой, это полиция! Чё? А куда идти-то? А что со мной? Полицейского забанили! Короче, поехали. Нет, не будем от первого лица, короче. Поехали и не знаю. Это либо читок... Нет, ребят, это система игры такая. Здесь есть такие вот монстры. Давайте припаркуемся, покажем, что мы приличные люди.
Видите, открыто. Так, что здесь происходит, раз открыто? Раз открыто, значит, что-то плохое. Так, бананчики можно покушать. Так. Сейф, деньги. Так, видимо, закрыт. Все в порядке. Все мертв. Так, это вот у нас. Так. Ну, здесь вроде все в порядке, только куда делся хозяин и открыл. Это вопрос. И что тут делают две лошади? Это закрыто. Позвоним. Открой. Все, привет. Что здесь происходит? Почему вы две одинаковые? И у вас такой... Видели? Они одинаковые. Они что, меня хоронят? Чего? Что это было только что? Видите, у нормальных людей такого нету. Это, короче, я полицейский. Все равно, а что она от меня убегает? Я ж полицейский. Я ничего плохого не делаю. Ой, что-то мне... Не могу двигаться. Плохо могу двигаться. Я не хочу перезаходить. О, поехали, короче. Чё? Вот они, три дня. Ты чё? Давай, лови его, лови его. Ладно, полетели ко мне. Давай, пошли. Все, я тебя подниму. Это, короче, читер. Так, давай. Сейчас будем бранков. А что ты не нужен? Ладно. Че, Дина? Нет. Пошли. Это, ребята, читеры. Давай, ловим. Не знаю, такие вот у меня один раз гонфоры. Чё-дзина. Поехали вон за той. Что она хочет в кинотеатре делать? Конечно, точно не смотреть фильм. Вообще, кто смотрит в кинотеатрах фильм, ребята? Странные люди, конечно, если смотрите в кинотеатрах фильм. Вот у меня вот пистолет. Опен. О, а здесь что? Проректоры. Что здесь есть? Стой! Это что такое есть? Я могу быть готовщиком. Нет, я полицейский! Я с души полицейский. Короче, пофигу, я скажу им, что я из полиции. Всем скажу, я на самом деле полиции. О, я могу фильмы показать. Там кто-то ходит. Почему еще так странно прилетят? Непонятно. Странные люди. Где вообще эта четка? Куда она пропала? Странно. Где все? Девочка, вход в кинотеатр.
А, вот. И куда она пропала? Ой, здесь ужастик показываем, уходим. И, короче, все, я больше не полицейский и не хочу им быть. И поэтому я сейчас покажу, кем я хочу быть. Надеюсь, вы поймете. Я хочу быть студентом! Ура! Вообще понятно, то, что я хочу быть студентом или нет. Да какая разница? Поехали на скейте, я умею. Наверное. Подождите, нужно быть студентом, переодеться. Давайте сначала им станем, и может, чтобы можно было открывать шкафчики. Мне не нужны книги. Не хочу этот шкафчик. Я хочу быть... Нет, он должен быть. О, я у директора. Давайте в комп поиграем. Хотя нет, вдруг он уже идет. Здесь можно убираться. Точнее, нужно так, я не хочу убираться. Давайте пока никто не видит, переоденемся. Давайте. Все, я готов. Вот такой я студент. И я вот здесь не был. Так, давайте. Ой, это не директор стол. Так, куда нам надо? Нам надо вот сюда. Да, сюда. Ой, уже ночь. Пойти, я напишу. Roblox Queen. Вот, все. Вот так. Так, так, все, почему-то никого нету, я хочу есть. Никаких книжек. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Оо. Ой, пианино. Так, все, хватит играть. Нужно поспать. Все, приятный свет. Так, давайте я нарисую у кого? Самого смешного в мире персонажа. Надеюсь, вы его угадаете. Начнем с лица. Вот такое вот лицо у него. Наверное, вот по последнему, что я нарисую, сразу догадаетесь. Так. Вот такие вот. Вроде вот такие вот волосы и длинные. Длинные. Вот. Я вот в компьютерных играх не художник, так я нормально рисую. Еще вот. Эй, нет, нужен розовый, розовый. Розовый, розовый. И последнее, что я нарисую, я постараюсь. Это ананас. Да, это роботский. Так, давайте, что там есть? Столовка! Это что? Это туалет. А чей? Блин. А это что это? Вау, я место нашел. Нужно будет здесь быть, подождите, мне кажется, или здесь есть. А это что?
Мне кажется, или это Срина-6. Да какие Срина-6? Все. Даёвый студентам. Выйти. Чем еще можно быть? Я уже набылся, но здесь еще что-то боюсь. Может мне побыть пранкером? Тебе, походу, время полицейским быть пришло. Это... Это голос читера. Это реально голос читера, я знаю. Здесь каждую ночь есть либо NPC, либо... Ну дай ему напомнить. Где она? Я знаю. Надо было ждать, пока он уже долго лет. Или там желудки, шеи. И у меня долго будет. Слышишь? Ну, мы к этим заезжали. Это все он может взрывать. Я не помню никогда. А это я не помню, как у меня что-то. Ну, как бы раз. Только я один до этого ночи. Быстро закрываемся. Да я не знаю. Ты так целый день живёшь. Слушайте, кто-то умирает, это все он. Он там. Туда нужно за вертолетом сходить наверх. Сейчас доберусь. Блин, он где-то рядом. Он реально может что-то кого-то взорвать или еще что-то. Был Хэвен, это мирная игра. Так. По утрам. Что, мы загорели? Загорели. Так. Так. В общем. Я иду. Так хорошо тогда. Папа, отдыхай, нам сюда. Только премиум. Мне не надо вот это вот. А, это я понял. Я донатить люблю. Нужно. Что, не видел этого гада? Ну, папе, наверное, с большими. Ты что, робот? Играет, да? Вот, мы в воде. Слушайте, он уже очень далеко. У них обоюдная интересно. Так. Я еще просто следил, чтобы Саша меня оставляла, там что-то сидел за ним. Сейчас я уже не слежу, потому что я знаю, что он сам не купает никуда, он сам не купает, он никуда не открывает, они все время рядом, он что-то не засмотрит. Короче, поехали. Может, другого и не будет. Один. Он вон там. Не знаю, вроде обычно он в жилых районах, да? Делает дом и там носится. А это пылесосом работает. А это пылесос. Я подметал всё. Пусть хоть каждый день на эту сторону. Ну здесь. Если быстро домой поедете, могу вареньку с картошкой с салом дать тебе. Ну, быстро поедем. Чтоб не растаяли. Ну мы сразу домой, мы же планируемся туда заезжать. Где? Дома надо убираться такой сразу. А что такое быстро? Перестирывать. Ну тогда собирайтесь, пойдем помогу вытащить. Так. И заберу, что там надо. Корм где-то здесь, недалеко. Не знаю, зачем я на него охочусь, ну ладно. Сколько там чувачков? Я хочу его заснять. Под Петровней вон.
Ну да. Тогда я... Тут же ставим кабриолет и едем. Эти абрикосы помыла, ну как перебрала я. У меня пока железные. Полиция. Отнесла я. Вот его, наверное, и можно ловить. Может, ну, посмотреть. Джем сделаем, но без сахара. Он обычно по домам каким-то лазит. Джем, говорит. Пойти. С кашей кушать. Ну, вот я говорю, дети меня. Это не яйца нужны. Я там еще и еды, знаешь, сколько? Ну здесь. Это здесь никто не могу поделить делать. А эти домашние, ты понимаешь? Кто? Да? Это ты? Они еще поняли. Мне кажется, от тебя смех идет. Маленьких яйцах это больше витаминов. Нет. Ну, если не хлеб, а, вот он. Вот, вот. Была гостевая. Яйца села. Это синий, наверное. Ну, вот. Слушайте. Это он. Он может залезть в чужой дом. И что угодно делать. Да, это вот этот синий, ребят. Откройте. Вот, блядь, собрался. Как зайти? Может как-то открыть? Лена, собирайтесь. Да подожди. Так, ну и что ты тут вертишься? Он там что записывается на этот стол. Да? Он играет и записывает. Быстро открывайте. Сейчас... Видите? Делает так, что скин... А как так сделать? Ну он тут. Все. Пошли. Обычно смотрит. В тюрьму пошли. Я тебя понесу. А когда на меня слышит. Видите? Да что произошло? А, меня... Меня даже не забанили, но я умер. Это все читер, ладно, всем пока. Ладно,